Сегодня 27 июля, и только с начала этого месяца на дорогах республики погибли 4 ребенка. Впереди еще более опасный период, последний месяц лета, когда дети будут возвращаться из загородных лагерей и деревень. Сотрудники ГИБДД бьют тревогу. Эти жуткие кадры показали даже федеральные телеканалы страны. Ужасный исход, увы, достаточно типичной ситуации. Ребенок катался на велосипеде во дворе один. Конечно, водитель превысил скорость, однако и 7-летний ребенок не должен был кататься по внутридворовому проезду, прокомментировал начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской республике Владимир Романов. С начала этого месяца с участием детей произошло 26 ДТП. 4 погибли, более 30 получили травмы. Основная причина по-прежнему – недосмотр родителей. И касается это не только ЧП на дороге. 9 мая, в День Победы, когда бабушка отпустила внучку гулять, сама, значит, смотрела по телевизору парад Победы, девочка утонула в пруду. Последний случай в Новочебоксарске, когда ребята пошли, не предупредив маму купаться. 7 детей не сядут осенью за парты, потому что утонули. 2 никогда не пойдут в школу, потому что погибли при падении из окна. Еще 23 предстоит длительное восстановление. У специалистов только одна рекомендация для родителей – будьте внимательнее к своим детям.